Одно золото и два серебра. Югорчане показали блестящий результат на чемпионате России по парашютному спорту. Соревнования прошли в Рязанской области. Участие в них приняли 200 спортсменов из 12 регионов России, а также из Республики Беларусь. В составе сборной нашего округа выступили парашютисты из Сургута и Лентора. Югорчане вновь показали лучший результат в дисциплине четверка ротации. Это когда 4 спортсмена выстраиваются в цепочку на высоте 2500 метров. Затем в свободном полете быстро перемещаются вниз и передают купол нижнему парашютисту. За 1,5 минуты необходимо выполнить максимальное количество перестроений. Отмечу, в дисциплине перестроения югорские спортсмены выступили впервые и заняли 2-е место, уступив всего 1 очко команде Московской области.